Сегодня так сложилось, сегодня так перевернулось все не в пользу Рубина, потому что в целом я не могу сказать, что Локомотив переигрывал Рубин. Игра в целом была равная, игра с обоюдными шансами, и я не могу сказать, что Рубин только оборонялся. Другой вопрос, что Рубину гораздо сложнее, когда он отыгрывается, а не когда ведет в счете. А если ты пропускаешь первый, то тем более против такой очень здорово обороняющейся команды, как Локомотив, то потом поймать свои шансы очень тяжело. Рубин может добиваться результата только в тех случаях, когда команда очень хорошо готова, очень хорошо друг друга футболисты чувствуют, очень друг другу хорошо помогают, когда команда сплоченная. Когда выпадает кто-то один, два, три, то это вообще для Рубина нынешнего приговор. Вот от и до, все, что Рубину дает в плане установки главный тренер, если они это выполняют, если еще и все полностью здоровы, то тогда результат будет. По большому счету, если смотреть состав, если смотреть вот так skills игроков, то, наверное, Локомотив, ну, как минимум, не слабее Рубина. Да? И если посмотреть на турнирную таблицу, то они тоже примерно рядом. Вот. И учитывая, что мы не так давно видели этот матч с этой же афишей в Кубке России, то там-то не было ни у кого преимущества. Там все закончилось нулями, и потом ушло в дополнительное время и в серию пенальти. Сегодня похожая история, просто чуть-чуть, будем откровенны, Локомотиву больше повезло. Локомотив реализовал то немногое, что сумел создать. Рубин то немногое, что сумел создать, не сумел реализовать. А непосредственно по сезону, то, наверное, можно сказать, что Рубин прыгнул выше головы, потому что мало кто ожидал, особенно после не очень удачного старта, что команда так убедительно выступит по итогу этого сезона. Итоги окончательные пока еще, наверное, рано подводить, но, тем не менее, то, что Рубин оказался в первой шестерке, я думаю, что результат более чем удовлетворительный, потому что команда только-только собралась, она первый год играет в таком составе с этим тренером, и были, разумеется, удачные матчи, удачные серии у Рубина, были откровенно провальные игры, когда Рубин не был похож сам на себя, но все-таки для первого года вот именно этого состава и именно вот той структуры, которую предлагает Ринат Саярович Белединов, мне кажется, что Рубин выступил очень неплохо.